продолжается, и на сцене ее следующий участник — группа Fake Love. Ребята считают себя перспективной группой, играющей классический панк-рок. Если услышите нас в автомобиле, сообщите об этом нам. Вот такая просьба от команды. Ребята, пусть вас услышат таксисты Таиланда. Группа Fake Love. Привет, Fake Love! Что, потанцуем? Всем привет! Мы панк-рок группа Fake Love, но вот мы и в финале. Специально для этого дня мы приготовили новую песенку. Готовили мы ее, готовили. И приготовили. Слушайте. Запоминайте. Смотрите, ты говоришь, а потом я говорю, запоминайте. Old Broken Highway. This humble guy. Down the footsteps of destiny's car.
Прекрасная команда, к сожалению, у нас, вот я не знаю, какой выход может найти эта команда у нас в стране, то есть нет ни альтернативных радиостанций, ничего, но команда очень крепкая, мне нравится, то есть это вот такой хороший такой панк с рок-н-ролльной такой основой, причем качественно сделанный. Ну, хотелось бы им пожелать крепости духа. И как говорил ведущий, дай бог, чтобы таксисты Таиланда слушали Fake Club в своих машинах. Пой, Вася. А, нормально, мне понравилось. Пошумели, погрохотали. Действительно, такой, ну, такой панк он и должен быть именно таким грязным, грязноватым. Я имею в виду музыкально, в музыкальном смысле этого слова. Таким жги-гуляй, как говорится. Ну, что команда и продемонстрировала, в общем-то, повторюсь, это наравне с остальными исполнителями тоже один из главных конкурентов. Тем более, мне кажется, эта музыка именно к этому конкурсу очень даже подходит.